Был бетонный, большой, хороший мост. Все. Теперь его нет. Все. Сгрузили, увезли и больше ничего не знаем. Куда, что увезли. Это случилось 2 недели назад. С тех пор о пропаже ни слуху, ни духу. Люди испытывают серьезные неудобства. Детишки ходят, во-первых, и во-вторых, люди с той стороны идут ведь на транспорт. Но здесь не все молодые, здесь и пожилые ходят. Без мосточка очень плохо. Он же все-таки служил переходом. Безопасно было, там и поручни были, и все. А теперь ничего нет. Теперь для того, чтобы преодолеть водную преграду, людям приходится карабкаться вверх по крутому склону. Затем пройти около 20 метров и таким же опасным способом спуститься обратно. Но такие упражнения под силу не каждому. Особенно в дождливую погоду, когда все здесь превращается в грязь. О случившемся городские благоустроители узнали от жителей Изовой. И практически сразу же взялись за дело. Было принято решение установить удобное передвижение для жителей. Вот и сегодня как раз был установлен новый мост. Он новый, обновленный, хороший, качественный мост, который прослужит не один год еще местным жителям. Сколько прослужит новый мост, зависит и от местных жителей. Благоустроители считают, что людям нужно быть более внимательными и бережливыми. А в случае попытки похищения моста – звонить 02. Елена Иговцева, Антон Лифанов, Сергей Пьянков. Телевизионная служба новостей.